Всем привет, дорогие друзья! Хотел поделиться небольшой новостью, такой короткой. Я сейчас решил собрать свою первую рок-группу, пока собираю людей и выбираю гитаристов, потому что в планах пост-рок, но с песнями. Тексты пока пишу я, и, в принципе, по аранжировкам, по композициям тоже пока я стараюсь какие-то композиции собирать, какие-то песни уже пробовать сочинять. Мы уже провели пару-тройку репетиций, более-менее где-то дома, где-то выезжали на репетиционную базу. Пока двигаемся слабо, надеюсь, какие-то результаты будут объективны только, наверное, скорее всего, к весне. Вот. И в связи с этим хотел поделиться некоторыми своими мыслями. Я просто заметил, может быть, кто-то из более опытных коллег, тоже кто связан с музыкой или созданием музыки, или, допустим, звукорежиссеры кто-то есть, видели ли они такое наблюдение в мышлении самих музыкантов. Наблюдение заключается в чем, что человек, который занимается именно музыкой, представляет именно создание музыки через призму, скажем так, меломана. То есть по принципу нравится, не нравится. Типа я вот этот жанр не буду играть, например, там, трэш-метал не буду играть, а вот мне, например, нравится там диско или поп какой-нибудь, я вот хочу вот так рок играть, например. И при этом полностью отметает любые наработки из современности или из прошлого, из других жанров. Соответственно, на мой взгляд, это сильно сужает вариативность и вообще возможности для создания чего-то уникального своего, что в последующем будет как бы именоваться стилем той или иной группы. Для меня лично, я считаю это минусом, и я из всех, каких доступные жанры есть, я стараюсь что-то брать. И вот как раз мой опыт первый будет создание группы, где я что-то буду заимствовать из разных жанров, не отметая их, в том числе и поп, и рок, и металл, и все на свете, что поможет именно в создании своего чего-то нового. Не пытаться как бы смешивать, а именно брать какие-то идеи, которые могли бы мы в составе коллектива уже осуществить, реализовать их. И там уже смотреть на реакцию слушателей, на реакцию зрителей, потому что мне хотелось бы все-таки концерты какие-то делать, проводить. Тем более небольшой опыт есть, в этом я бы хотел его развивать дальше. В принципе, первые результаты какие-то, если будут, я обязательно выложу на своем канале. Так что подписывайтесь. У меня есть телеграм-канал, рекомендую тоже на него подписаться, там выходит больше контента, которого не будет на основном YouTube-канале. И будни группы, скорее всего, будут появляться в первую очередь именно там. А уже на YouTube-канал я буду выкладывать что-то, ну, более такое вот, более готовый, отрепетированный какой-то материал, или уже готовые треки, в том числе, возможно, дойдем и до клипов. Это уже как будет развиваться деятельность группы, время покажет. Так что смотрите. Всем пока.